Приветствую вас, дорогие друзья! Всем привет! С наступающим праздником Песах! Это великий день в истории всего нашего народа, всего народа Израиля и в истории всей церкви в целом, потому что мы знаем, что все, что происходило во времена Ветхого Завета, есть прототип того, что сегодня происходит с церковью. И Агнец, который был принесен в жертву в ту ночь, когда Бог вывел своей сильной рукой евреев из Египта, это был прототип того, той пасхальной жертвы, которая была принесена самим Богом ради нашего спасения 2000 лет назад на Голгофе. И кровью Иисуса Христа мы были просто омыты и очищены. И косяки нашего сердца были помазаны его кровью так, чтобы губитель прошел мимо и не прикоснулся к нашим домам. И именно об этом написано в 12 главе книги Исход, что когда дети наши спросят, а что это за служение такое? И мы объясним им, что это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян и домы наши избавил. И это написано постановление в роды наши. Сегодня тот самый день, когда мы с вами, вот в этом во всем, во всей этой ситуации, которая происходит, с этим коронавирусом, с этим карантином, с комендантскими часами, которые ввели у нас в Израиле, празднуем праздник Песах с мацой, с пресным хлебом и с вином, которое является фактически тем самым прототипом, о котором мы говорим с вами. Сегодня мы принимаем этот хлеб, как тело Господне за нас ломимое, и принимаем это вино, как кровь Нового Завета, которая за нас проливаема и очищает, и омывает нас, и делает нас причастным к телу Христа. Но и сегодня многие люди находятся в рабстве греха, проклятия, болезни, одиночества, разных страхов. Но точно так же, как Бог вывел свой израильский народ из Египта сверхъестественным образом, Он способен сверхъестественным образом вывести тебя из любого вида рабства. Аминь. И я хочу, перед тем, как мы сядем с вами за пасхальные столы сегодня, благословить для вас этот хлеб здесь, в Израиле, этот хлеб и это вино, чтобы действительно это стало частью того обряда, который мы делаем, может быть, уже в виде традиции, но это именно тот обряд, который мы делаем ради очищения нас и причастия нас к телу Христову, чтобы эта кровь Нового Завета действительно стала знамением для губителя, и он прошел мимо. Я благословляю сейчас этот хлеб и вино отсюда из Израиля на ваших столах. Баруха та Адонай, Элоэна мелеха улам, муци лехе мин арец. Баруха та Адонай, Элоэна мелеха улам, боре при агефен. С праздником Песах вас! Будьте благословенны, и Господь в силах вывести вас из любого рабства. Аминь. Аминь.